команда что-то затянет. А то смысл бы затягивать надо. Ребята студотряда «Планета» заканчивают свой третий трудовой семестр. Несмотря на пандемию, работы у бойцов строительной дружины предостаточно. На трассе Барнаул-Рубцовск, к примеру, они прокладывают трубы для слива воды и устанавливают дорожные барьеры. Работа пандемии тут никак не отличалась. Мы как приехали сюда работать, как бы у нас была только одна проблема. Это были маски, антисептики, место помещения, где мы живем. То есть в нашем расположении. Вот. А остальных проблем как таковых не было. В отличие от строительных, педагогические отряды и студенты-проводники оказались невостребованы. И это впервые за современную историю отрядов. В итоге парням форму вожатых и железнодорожников пришлось сменить на спецодежду и взять в руки лопаты. Сменили компетенции и девушки. Они пошли работать в сферу туриндустрии. Сезон как бы начался с определенных ограничительных мер по указу губернатора нашего региона, и он начался немного позже обычного срока, но тем не менее как бы студенческие отряды именно сервисного направления, они приступили к своим работам. Большой спрос именно на работу студенческих отрядов именно в этом направлении. В краевом штабе студотрядов признаются, несмотря на все сложности этого сезона, постарались задействовать максимальное число ребят. К работе привлекли порядка 70% бойцов, это 45 отрядов. Половина из них трудится в крае, остальные за его пределами. Работают также на стройках и занимаются благоустройством. Как отмечают ребята, в этом году зарплата осталась на уровне прежней. Но в условиях пандемии рады и этому. Завершится трудовой семестр к середине сентября. София Ценко, Илья Халяпин. День с толком.